right, playing right, son. Right. Я не написал все нама! Все бабки сюда! Oh my god! Все бабки! Жвачку! Биткоины! О май гад! О май гад! Меня били, сумасшедший! Не злите его! У него ствол! Достань пушку! О май гад! Били, достань пушку! Прошу тебя, все, что не говоря! Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Как дела? Это, хотела вам сказать, что с этого месяца 700 тысяч будете сколько? Платить. Сколько? Это, это же грабеж. Ой, делать, какой грабеж? Что ты, налоги за меня ты будешь платить? Откуда? Или что, она моих детей всем кормит, это СМА? Откуда у вас такие деньги? Просто может 80 платить. Нет, все, ничего не знаю. 620, но я забираю микроволновку. Все, вообще выгоню сейчас. Сделай все, что она говорит. Все, давайте это, возьми, ебать! Я помнишь, как все в агенте сидели? Да, помню. А помнишь, как потом ВКонтакте все перешли? Да. Эй, с детьми еще говорили, в ТикТоке не будем сидеть, помнишь? Да, помню. А помнишь, в тот раз после клуба вышли, меня отпинывали, а ты смотрел и угорал? Конечно, помню. А помнишь, позавчера мы сидели, я за счет закинул, ты сказал мне, на Каспи скинешь и не скинул. Брат, забыл. Эй, осында забыл, бог пады кенсин. Здравствуйте, я глубоко извиняюсь, вы блогер с России, да? Да. Дима Продяга. Да. Блин, я ваш фанат, очень, блин. Очень приятно. Мы программа «Шуму», можно спросить, сколько ваша одежда стоит? Да, спросите. Вот, шарф сколько стоит? Шарф $200, по-моему, стоит. $200? Да. Картаверец, скорее всего, базатор 50 тенге галда. Угу, понятно. Сколько стоит ваша куртка? Куртка 2000 евро в Милане брал. 2000 евро? Да. А картаверец, скорее всего, 4000 тенге торговаться. Это базар, да, барахолка, да? А, понятно. А дальше что у вас? Штаны Versace $5000 и кроссовки $2000. А что? И что, прямо все так дорого стоит? Ну, это нормально. Ты что? А? Здравствуйте, я извиняюсь. Вы блогер с России, да? Да. Блин, я ваш фанат, блин. В Дима Продяга же, да? Да, ебано. Заходите, здрасте. Давай сюда, Шкаила. Классно, да, посидели? Да, мощно. Ты что, кстати, брат, тачку, да, продал? Зачем? Да, в КамАЗ-центр ездить, дофига бензин уходит. Ну да. Так, интересно, блин, отвезет, не отвезет. А тут такса пятеро входит, блин. Пойди, когда у меня тачка была, я же их отвозил. Счет вышел 12600. На троих по 4200. Я закинул 5800. Кто закинул? Он не он, блин. Как сказать им, а? Так, какую бы отмазку придумать, а чтобы в эту жопу не ехать? Скажу, что девушку надо отвезти. Нет, не поверит. Скажу, что надо кошку отвезти. Не поверит, у меня же кошки нету, а? Блин, что сказать, а? Срочно. Чё, Тима, отвезёшь? Давай. А, ты отвезёшь, да? Да. Ну, пойди мне по пути, ладно, да, тогда? Всё, давай, счастливо. На связи, давай ещё раз, ещё сядем, да, потом? Давай. Или что, брат, мне таксу вызвать? Да пойдем, заебал. Так, я не поняла, Аза, это что такое? Презервативы? Я поняла, что они у тебя делают? Это не мои, это Мара, прошлый раз куртку мою одевал, там оставил. Я тогда позвони его жене. Да, конечно, звони. Оу! Извиняй. Братан, капец он тебя сбил, и ты что, вот так молчать будешь? А ладно, что? Фигня же. Ты смотри, как он на тебя смотрит, злостными глазами. Смотрит он на меня, иди же он. Смотри, он, братан, тебя уже мысленно на прогиб кинул. Что ты гонишь? Братан, смотри, он уже примерно тебя вот так с ноги, с руки, локтем, вот так поломал. Ты что, вот так молчать будешь, что ли? А нет, что ты преувеличиваешь. Молча идешь, пацан. Братан, смотри, вот он сейчас остановился, повернулся, и его спина говорит, ты черт, брат, черт, ничего. Не понял, что ты тропалишь, иди сам делай тогда.
А я что-то, брат, подумал. Я же вообще, брат, не конфликтный человек. Ну так вот, да? Да, спокойно. Вам выделили 2 миллиона долларов. Да. Что вы придумали? Мы придумали, разработали, выпустили первую казахстанскую отечественную микроволновку. Микроволновку? Да. Вот эта микроволновка. Ну, над размером мы еще поработаем. Хотим больше сделать, чтобы сразу лошадь поместилась. А тебе? Сделаем. Сделайте? Сделаем. Отличный вариант. Так, еще. Помните, вы нам выделяли 3,5 миллиона долларов? Ну, конечно, чтобы вы разработали казахстанский отечественный продукт. Разработали. Какой? Первое казахстанское, внимание, хранилище для 3,5 миллиона долларов. Вон там можно хранить 3,5 миллиона долларов? Конечно, деньги всегда в тепле, не пахнут, не влажные. Все здесь хранится, все. Открыл, закрыл. Это же классно. Классно. Мне, пожалуйста, 3 таких домой надо. Сделаем. Все, вот это. Следующий зал, там мы разрабатываем новый казахстанский отечественный электрокар. Пока написано Тесла, но мы это сотрем, там приклеим казахстанское название. Асык давайте назовем. Вы просто бросаетесь идеями. Я сейчас вам деньги прям выделю здесь. Пойдемте, менталитет хуй был. Бровка, бровка. Помнишь, ты говорила, что я не дарю тебе цветы без повода? Да. Ты была права? Я думала, что ты сказала, ничего. Ничего не изменилось, так что. 48 900. Что дешево, слишком дешево. А дороже есть что-нибудь? Алло, что там, ты где? В Таиланде? И все это, да, 5 секунд буду сейчас. В смысле нереально, ты что, сомневаешься? Я уже выкатил, родной. Что, хочешь, допрыгну? Ты где там именно в Таиланде? Где ты, ё? Конечно, ты что, зачем сомневаешься? Знаешь же, я человек-паук. Ой, человек-паук, человек-слово. Ты хочешь, все лежаки арендую, родной? Кайф, да? Да, в Алмате сейчас минус 20, брат. Минус 22 вообще. Почему? Мы же вдвоем тоже здесь. Мы делаем то, что любим. Доча, я в тебя разочарована. Ты козунь гутырш? Глаза подними, я же с тобой разговариваю. Э, откуда наглость такая? Ну, кадмгди, бедретн бобто, козунь чхвалам газ. Че, язык проглотила? Сөйле бутырш, я же тебя разговариваю с тобой, можешь отвечать? Ладно, мам, извини. Эй, мынаң сөз қайтаратын бопты ғой? Вообще уже огрызается она. Мама, не айтам енді, ішіне жұқпай жатыр ғызке. Мать, может, ты забьешь? Сегодня орет. Завтра что будешь делать, когда постарею вообще? Вылим бір күні, вылим мен бір ғызы. Слушай, Чина, ты на днюху Зенин сойдешь? А сегодня? Сегодня же там на коттедже собираются пацаны, девчонки, все холостые. Прикинь, 8 девчонок, 10 пацанов. Блин, я не знаю, а что жене сказать? А что? Ты что скажешь? Да я что, я даже спрашивать не буду, я пойду, я решил все. Я тоже? Да и все, хорошо. Я мужик. Поедем тогда, да? Конечно. С днем рождения, Жинс! Проходи. Да не, брат, мы поедем, мы ненадолго, так чисто поздравить зашли. Давай, крепкого здоровья тебе. Не болей, да, улыбайся. Давай. Семья, главное, чтобы не болела. На часах ноль. А, солоденьки. А что, Кайра сейчас в Алмате, да? Да, в Алмате, женился сейчас. И Ерла, я слышал, ты тачку взял, да? Ну. А что не говоришь? Да недавно только взял. В Астане не так, да, кстати, холодно, да? Не, все морозы уже прошли уже, по идее. В принципе, да, тепло-то. Все. В Азнавен пообщаемся. А? В туалете пообщаемся. Зачем? Пойдем. Сейчас. Сейчас, пацаны. Ага, все. Это Богдан. Давай этот как-то пацанам намекнем, скажем, ну что, езжали просто это. Они Мендесу Майтал Мэттер, да? Я думаю, что намекать? Да, прямо скажем, пацаны же. Ну, надо отдохнуть. Ну, поймай, пацаны, конечно. Как ей скажем? Да, все.
этот... Время там. Что еще время? А что это, пацаны, этот верхнюю одежду не снимете там? А мы ненадолго, мы же так поздороваться зашли, сейчас поедем мы уже. Да ты че? А что, спешите что ли, пацаны? Может, посидим? А, ну да, поедем, не спешим, поедем, смело. Ты встань, ну!